Стражи правопорядка обратили внимание на подозрительного молодого человека, который бежал по улице с женской сумкой в руках. Наряд начал преследование данного молодого человека и задержал его в 1:50 около дома номер 14, микрорайон Северный, поселок Строитель. В ходе разбирательства было установлено, что данный молодой человек совершил грабеж в отношении женщины 75-го года рождения. Было установлено, что грабеж совершил 23-летний житель поселка Строитель. Ранее молодой человек уже неоднократно совершал схожие преступления. Женская сумка с личными вещами и деньгами была изъята полицейскими. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».